Пожалуйста, на одну минуту закройте свои глаза и просто подумайте о сегодняшнем дне. Можете ли вы хотя бы один раз, проснувшись утром, не бежать, сразу же не хвататься за свои дела и думать о том, получится ли у вас справиться со всеми запланированными задачами, а просто остановиться и осознать, что вы уникальный человек, и словить момент счастья от своей жизни и от того, кем вы являетесь, именно в эту секунду. Это ваш выбор. Просто плыть по течению, не задумываясь о том, что произойдет, или потратить утром пару часов на планирование жизни вашей мечты и поставить грандиозные цели на месяц, год, 5 или 10 лет. Я думаю, что нашим счастливым билетом в жизни является наша способность каждый день и каждую секунду выбирать, кем мы являемся, кем мы будем, как мы проявим себя, как будем взаимодействовать с миром, к чему стремиться и чего добиваться. Это наш выбор. Выбор – это наш счастливый билет. Особенно, если вы просыпаетесь по утрам, медитируете, благодарите этот новый день и говорите себе, что вы являетесь чем-то большим и можете многое изменить. Живите, будьте благодарны и оптимистичны. Сохраните эти чувства и пусть они сопровождают вас всю жизнь. Каждый день – это второй шанс. Нет, он не один, их бесконечное множество. Это новая возможность, это новый день и это новый старт. Этот момент является новым началом для того, чтобы начать жить полной жизнью. Поэтому, когда вы просыпаетесь, вы будете говорить: «Это новый старт, новый день, новый момент. И все, что было раньше, не способно повлиять на меня сейчас, и я абсолютно свободен». Тогда вы начнете создавать определенный новый ритм счастливой жизни. Не воспринимайте все, что с вами происходит и вас окружает, поверхностно. Поверьте, что возможно практически все, что вы пожелаете, и вы способны на многое. Поверьте, что все будет хорошо. Поверьте, что неважно, с какими проблемами вы столкнулись, вы справитесь с ними. Если вы преодолели что-то, значит, на то была причина. Вы научились чему-то и получили опыт. Даже если сейчас все плохо, вам больно или вы расстроены, со временем вам будет лучше. Помните, что все проходит и это пройдет. Начните управлять своей жизнью. Попробуйте думать о себе иначе. Будьте благодарны за все, что у вас есть в жизни. Будьте благодарны за то, что вы сможете создать. Начните визуализировать то, как вы занимаетесь тем, что вам действительно приносит удовольствие. Как только вы начнете осознанно подходить к своей жизни, вы будете не просто принимать ее, вы будете ее создавать. И когда вы целесообразно делаете то, чему преданы и что любите, ваша жизнь начнет меняться. Что такое жизнь? Это значит, что каждый день я просыпаюсь и живу осознанно. Это позволяет мне каждый день чувствовать себя живым. Я принимаю вызовы. Несмотря ни на что, я иду на риски. И каждый день я живу своей собственной жизнью. Я делаю все с радостью. Я чувствую, что дарю любовь этому миру, и мир отвечает мне взаимностью. Каждый день я чувствую, что делаю что-то важное, что-то, что поможет другим людям и сделает значительный вклад. Как часто вы говорили себе слова: «Ты все делаешь неправильно, это твоя вина». А как часто вы говорили себе: «Ты прекрасен, я люблю тебя». Каждый новый день, просыпаясь, позволяйте себе намного больше, чем раньше. Поверьте, вы можете получить все, к чему стремились и чего хотели, и даже больше. Помните то, кем вы стали, и прилагайте еще больше усилий, чтобы быть лучше. Это будет влиять на ваше будущее, которое уже наступило. Каждая следующая секунда – это ваше будущее. Полностью воссоединитесь с тем человеком, которым вы стали, осознайте, кем вы есть. Каждый день спрашивайте себя: что я должен сделать, чтобы в конце дня я был уже не тем человеком, которым проснулся с утра? Нужно пробовать что-то новое для того, чтобы стать еще лучше, еще умнее, богаче и счастливее. Спрашивайте себя: что я должен сделать для себя будущего? Я не хочу быть одним и тем же человеком 365 дней в году. Каждый должен начать с чего-то, создания своей новой счастливой жизни. Начните с того, что вы возьмете ответственность за себя, за свое будущее и скажите себе: сегодня я собираюсь освоить что-то новое. Не вводите в привычку лениться, постоянно откладывать на потом и в итоге ничего не делать. Просто возьмите и сделайте. Повесьте доску желаний, составьте конкретный список того, что вы искренне хотите, и говорите об этом в настоящем времени так, будто это уже
которые у вас есть. Вам нужно больше мотивации для того, чтобы действительно получить то, что вы хотите. Продолжайте двигаться, продолжайте пинать себя, иначе вы окажетесь в ступоре. А когда вы будете в таком состоянии, ничего не произойдет. Сделайте хоть что-нибудь, что поможет вам переосмыслить ваше видение всего происходящего. Вы можете принять решение сегодня, но если вы завтра ничего не сделаете для его реализации, то вы ничего не добьетесь. Но этого добьется кто-то другой. Кто-то другой преуспеет. Неужели вы не хотите быть этим человеком? Хотите? Тогда вы точно все сможете. Вам все под силу. Продолжайте пытаться, не сдавайтесь. Если вы до сих пор верите, несмотря на все трудности, через которые вам пришлось пройти, тогда поверить в себя и полюбить себя вам будет намного легче. А все потому, что вы даете себе шанс. Вы говорите себе, что вы достойны. Но если вы не будете ценить себя, никто не сделает этого за вас. Каждая сфера вашей жизни может быть переполнена невероятной любовью, абсолютным здоровьем и полным достатком. Это все уже ваше. Но мы должны открыть дверь и использовать ключ. Жили ли вы всегда своей жизнью? Не чьей-то, не жизнью родителей или второй половинки, не жизнью вашей команды, не жизнью обязательств. Вы один, и жизнь у вас одна. Проявили ли вы в ней себя на все 100%? Не позволяйте одному разочарованию, потере или плохой привычке сломать вас. Мы все проходим через это. Но порой мы просто не понимаем, что происходит, и не можем посмотреть на это объективно. Ведь иногда происходящее трудно объяснить. Ключ в том, что вы должны пройти через это. Это ваш драгоценный опыт, который делает вас именно теми, кем вы есть. Если вас сбивают с ног, поднимайтесь. Если кого-то рядом с вами сбивают с ног, помогите. Загляните в себя и найдите это желание. Побеждайте. Из-за того, что мы всегда оглядываемся назад, вспоминая негатив, все заканчивается тем, что этот груз на душе начинает тянуть нас вниз. Одно из лучших решений – забыть об этом, отпустить. Самая лучшая часть вашей жизни прямо перед вами, а не позади. Вы способны творить великие вещи, вы замечательны таким, какой вы есть. Вы красивы, у вас есть все, вы уникальны. Внутри вас есть все, что нужно для того, чтобы достичь чего-то великого. Но вы должны окружить себя позитивной атмосферой, в которой только вы принимаете основные решения и ставите цели. Вы великий человек. Вы появились на этой планете, чтобы что-то изменить. Таких, как вы, больше нет. Вы в одном экземпляре. И у вас есть абсолютно все. И как только вы признаете тот факт, что у вас есть все необходимое для счастливой жизни, что вы красивы и одарены, вы особенны, как только вы это признаете, вы станете очень счастливыми. Вся ваша уверенность, все ваше счастье, все, чего вы хотите достигнуть в жизни, появится тогда, когда вы поймете, что вы такие, какие есть, вы идеальны. Это не значит, что мы не должны работать над собой, развиваться и создавать лучшие версии себя. Но то, что вы уже существуете, этого достаточно для того, чтобы воплотить мечты в реальность и быть счастливым. Ловите момент, наслаждайтесь им, живите этим моментом, сделайте это сейчас, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Это великий день. Не слушайте, что говорят другие. Слушайте свой собственный голос. Двигайтесь и наслаждайтесь этим новым днем. Это прекрасный день. Больше улыбайтесь, и все ваше волнение пройдет. Первое, что нужно сделать утром и последнее перед тем, как идти спать, посмотреть себе в глаза и сказать: «Я люблю тебя. Я очень люблю тебя. И я принимаю тебя таким, какой ты есть». Сначала может быть сложно, но как только вы привыкнете к этой аффирмации, вы начнете верить в это. Иногда, в некоторые моменты, нам нужно избавиться от собственных глупых мыслей, плохих поступков и вредных привычек. Но это не значит, что мы плохи. Мы все должны понимать, что в каждом из нас есть то, что делает нас счастливыми и свободными. Вы живы, вы дышите. А трудности, которые появляются, сделают вас только сильнее и лучше. Не переживайте, цените и уважайте свою жизнь. Ведь это и является принятием себя и любовью к себе. Помните, это ваш лучший день, это новое начало. Новый день в ваших руках. Дышите, наслаждайтесь. Вы замечательны.